Максим Евгеньевич. Добрый. Быстрейшего выздоровления. Спасибо. Я уже, мне намного лучше. Да-д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 а. Киса переключает данные. Наконец добрался до Твича. Где тут у вас скамейка для ньюфагов? Держись, ты держит заложенника. Это про Helldivers, да? Ебло попалось, сделало свое дело. По факту. 39 тысяч шестеренок. Надо пойти посмотреть, может мне дали новые шмотки, которые ничего не дают, кроме внешнего вида, но... Черт возьми. Нет. Нет. Го затаримся. Тренировочный зал, говорит, магазин. Да я вот задумываюсь вообще о целесообразности покупки нового комбо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, блять. Ну да, выглядит разъебно. Удар арпеджио. А как он нахуй так много сильных выдает без паузы, у меня вопрос. Я бы хотел попробовать в тренировочном зале. Две быстрые, три сильные. Тренировочный зал. Да. Пипец живо. Так, подожди-ка секунду. Ну все, теперь 20 тысяч лет входа в ритм. Ну вроде как это оно. Секунду. Открыли тренировочного зала. Список комбо. Меня интересует исключительно удар с арпеджио. Удар арпеджио. Квадрат, квадрат, треугольник, треугольник, треугольник. Стомбокс я помню, как делать. Это не он, кстати. Бля, такой профессионал был на прошлом стриме. Сейчас пиздец. Но вот это вот этот ебаный удар говна. Вот это вот он был, Стомбокс. А это не он, нихуя. Пошел, пошел кач. Так, теперь Стомбокс. Треугольник, квадратик, треугольник, да я помню. И вот он. Нормально, дальше я справлюсь. По одному удару за раз, пожалуйста. Игру не изменили, категорию. Хай-фай руш. Готово, ребята. А, я вышел нахуй из игры. Здорово. Оно хотя бы сохранило, что я закупил? Нет, это меня не интересует. Мощный дроп. Вроде как да. Да, удар с арпеджио, вот он. Это комбо воздух с технических ударов в конце швыряет чувака в землю. Покажи. Ну, кстати, да, это тоже прикольно. Но не сейчас. У меня уже есть удар с арпеджио, мне похуй. Мысли поиграть с восьмерочкой. Умеет говорить, наверняка сказал, какой я клевый. Ладно, следующий этап. Alright, let's get this over with. Alright, mission report. Итак, краткая сводка. Судя по украденным файлам, спектр — это многогранный алгоритм когнитивного ИИ. Ясно. Так, ладно, постараюсь простыми словами. Спектр — это искусственный интеллект, его делают в научно-исследовательском отделе. Это дело расположено глубоко под землей. Электричество для экспериментов там вырабатывается с помощью магмы. Почему? Как раз хорошо. Под землей меньше охраны, проще пройти незамеченно. К тому же лава — это экологически чистый природный источник энергии. Вот факт. База.
Ну ладно, а это что за чувак? Это Данзе, директор Нио. Его можно найти в отделе разработки ИИ. Значит, встречи не избежать. По-моему, он чокнутый. Сотрудники о нем не лучшего мнения. Он перфекционист. Программисты кодят, а он требует переделать. И так без конца. Вроде перфекционист, а прическа? Это нейронные передатчики. Он настроил их так, что все его идеи сразу падали на стол программистам. Пиздец. Короче, пробираем сюда, взламываем комп, копируем, стираем данные спектра, а потом валим. Нормально. Последняя картинка по нраву. Но этого не произошло. Чай, ты на месте? Да, кажется, на месте. Как самочувствие? Лучше? Я не могу понять, настройки графики сбросились или где? Он выглядит хуёво. Я не знаю почему. Ну вроде сейчас стало получше. Вот он, Мегастом Бокс. Ты, наверное, сам догадываешься, но лучше не лезть. Да ты что? Не такое уж тупое, не хочу проверять. Разрешение у тебя не 2К? Нет, разрешение как раз что надо. Может взять вообще на весь экран? Мне выглядит нормально. Отдел планировали расширить. Ну, конечно. Я жив, ребята, все нормально. Надеюсь, что жив. Ебать, еле успел. Эй, ты! Откуда голос? Работяга, не падай! Пизда. Ты не из моей бригады. А, да, точно. А, у него двойная? А, он умер. Несчастный. Кис тут враги. Да, блядь. Да не помешает. Так, ну вроде пальчики потихоньку разогреваются. Подожди, ну там же есть какие-то приколюхи. Ну вот. Началось сегодня упердение. Совсем скоро мелкий случай, дорасту до большого начальника. Пока что мне велено расставить настройки стрелки на... И это правильно, тренироваться. Сегодня показываю свое направление, завтра говорю всем, куда идти. Вот бы еще камни не сыпались. Максим Евгеньевич, так. Самость на баню, что-то типа пендора из Варбанда. Был проект Хивандосика от товарища китайцев. Но он мил. Единственный оставшийся нон-фэнтези проект за утрем спалака фэнтези. Цапки застыли. Понял, это очередная попытка. Вахаева, спасибо. Протолкнуть свое. Да потому что все привыкли, что мододелы находятся на том уровне, что и раньше. Которые мододелы могут сделать пиндор, мододелы могут сделать что-то еще. Хуй там плавал, мододелы, блядь, уже работают на Google и фармят миллиарды денег, им до пизды. Ни один мододел уже не может сделать пиндор, ему это потому что нахуй не нужно, блядь. Мы живем
в эпохе темной, когда, в принципе, мод начинается делать и умирает, блядь. Мод начинается и умирает, блядь. Планов дохуя, а потом чел просто выгорает и говорит, да ебать его в рот. Нахуй я тут горбачусь. Поеду поработаю. Во. Так, и это еще не все. Вот что у нас умерло, да? У нас умер нахуй Ray of Hope, правильно? Ray of Hope был, нахуй я умер, все. Ray of Hope сдох. Что еще у нас было? Что прям сдохло? Сколько было модов, которые выходили на Bannerlord, типа кооп должны были добавить на глобальную карту? Блять, их не счесть, все умерли нахуй. Так что я уже не верю. Like some explosives set to clear the rock formations. Mm-hmm. Well, let's clear them. Залезть сюда не получится. Увы. Там потому что некуда. Хотели спрятать от меня, да, эти секреты. Блин, ну кристаллы так и просят, чтобы их разбить. Сломанная микросхема Армстронг. Нет, не уходи без меня. Роботики. Жарко, не могу больше. Какое жарко, у нас нет температурных сенсоров. Генератор чини. Ну я устал. Вечно мне напарники достаешься, я ничего не успеваю. Привет, будешь трогать пионер? Да, конечно. Что за роботик? Это улиточка. Это улиточка. Это игра сука? Yes. Ну, отец игры, блядь, не иначе. Отец игры, не иначе. Так, как тебе по ощущениям Hi-Fi Rush? Очень нравится. Мне очень понравилось. Стоит проходить? Стоит посмотреть. Кого ты пытаешься обмануть? Ты бы сам никогда в нее не зашел. Противный источник. Ты можешь использовать нижнюю кнопочку, чтобы зарядить батарею. Окей. Здесь кругом одни камни, но зато рыбалка успокаивает нервы. Бля, вот можно пойти, кстати, еще на рыбалку. Бля, а давайте съездим на рыбалку еще потом, как поиграем в Hi-Fi Rush, Helldivers, запустим этого в Ренгера, там, наверное, миллион вышло патчей, которая такая около казуальная. Поймаем какую-нибудь хуйню. Я еще Мишу позову. Он со мной играл в прошлый раз, там же кооп есть. Скажу, Мишаня, пошли ради мимов на рыбалку. Помнишь, как мы с тобой на лодке ловили, блядь? Он скажет, а пошли. Ну, вы хотите сказать, что эта хуйня просто так? Да, она просто так здесь. Мята, тут такая красотища. Спасибо, лучше под кондиционером посижу. База. Здорово, чуваки. Ты сукин сын. Если б сейчас не завейстил, то оно бы завейстилось автоматически. Так что, увы. Трясется, впрочем, что может случиться. Действительно.
Ты про вулкан ничего не говорила. Где магма, там и вулканы. Это же очевидно. Могла бы заранее предупредить. А ты, значит, предупреждай меня, когда захочешь мои планы нарушить. Какая-то у нас душная команда. Посмотрим. Helldivers обновление вышло буквально недавно, нужно ждать хоть фикс, игра вылетает, настройки, когда заходишь или пытаешься пригласить присоединиться к друзьям. Заебись, обновились, блядь. Игра 60 баксов стоит, нахуй. И покупки во внутреннеигровом магазине за деньги. Молодцы! Молодцы, ребята, молодцы. Максон, поиграй в игру. Helldivers называется новая, охуенная. Так, рубин здоровья. Чувствуешь этот жар между ними. Да, можно на самом деле купить все комбинации вообще доступные. Просто не особо их использовать. Сенко. Ебать, кентавр. А, он щиты накидывает. Готова особая атака, но для кого? Вот суки. Ай, все забейстил, блять. Такие охуевшие. Это кто такие охуевшие? 6к за игру донатную. Просто что за игра? Helldivers 2. Антоха, здорово. Ну я, может, сгущаю краски. Может, она не 60 баксов стоит, а 40. Я просто любитель. Сломанная микросхема. Там знаешь, в чем суть? Сейчас расскажу. Дело в том, что разработчики Helldivers пытаются и рыбку съесть, и нахуй съесть. Нормальная тема, когда ты выставляешь ценник игре такой, как они выставили, это сделать одну единую валюту, которую ты получаешь за выполнение заданий в игре, и потом тратишь ее в магазине, где нет других валют. То есть... Ты купил игру за 40 баксов, выполнил миссию, получил золотые монеты, потратил золотые монеты в магазине. Охуенная формула. Но нет, там, блядь, есть такие монеты, сякие монеты, еще какие-то монеты. Ты можешь, блядь, заплатить денег, получить третьи монеты, за которые купить какую-то хуйню.
И тут вылетают фанаты Helldivers и кричат: «Максон, да и там по сути одно и то же». По сути, они бы сделали одни монеты, блядь, за миссию. И один магазин, по сути, блядь. А так они пытаются выкрутиться, блядь, съесть нахуй рыбку, сесть нахуец. Но там же Battle Pass, Максон, просто нужно качать Battle Pass. В Battle Pass есть эти донатные монеты, не обязательно донатить. Вот это вот, блядь, нахуй у меня в голове не укладывается, когда человек такое говорит. Что-то тяжеловато идет. Стрелок у меня много, прям очень много. Не знаю, зачем столько, но ничего, у меня даром не пропадут. Как понятнее, когда путь указывает одна стрелка или сразу 10, то же, блядь. Я уже слышал, как остальные шушукаются в моей работе, говорят, как много вокруг стрелок. Это все я постарался, и те, кто их увидел, точно не забудутся. Меня уже заметили, так что теперь до кресла начальника рукой подать. По-моему, указателей достаточно. Вовсе нет. Вдруг я заблужусь. Здесь везде эти стрелки. Разве сложно проложить нормальный маршрут? Программисты вечно ко всему придираются. Поэтому тебя и перевели. Ну, стрелок не то чтобы и много. Я так понял, не сегодня. Переосмысление есть всей труде. Очень хватит. Ну, я думаю, после Hi-Fi Rush я не очень захочу играть в еще какие-то игры, типа ритм. Разве что меня заставят. Ебать, ребята, вы... Это все? Только попробую щит включить, пока я фестовую в тебя. Уёбок, блядь. Ставят только за этот, за время. В тайминге пока нормально не могу попадать. Так, ну что, он стал уже начальником? Ух, расставляет стрелки у вулкана, опасная работенка. Знаете, что было бы еще опаснее? Дойти до вулкана и там заблудиться, потому что не знаешь, куда идти дальше. Я не просто оказываю коллегам услугу, можно сказать, уже заправляю этим местом. Но мои стрелки глядят с уважением. Всякий по достоинству оценит гениальную навязчивость их расположения, угол наклона, точка опоры, изгиб. Это настоящее искусство. Думаю, меня по праву можно назвать незаменимым сотрудником. Ну так вот. Отдавай. Датчик жизни. Опа, плюс КП. Ну, вроде как плюс КП. Сдал на право ура. Поздравляю тебя, Hellboy 12. Ну и никнеймы ты написал, блядь. Мог бы нормальный, с четырех букв. С дабл окончанием. Читалось бы гораздо легче. Ну и ради чего все? Он умер, блядь, вот он лежит. Он под стрелку лег, блядь, закрыл лицо рукой. Но ради чего стрелки привели меня к рельсу? Я даже воспользоваться им не могу. Похоже, мое предназначение на этой планете помочь кому-то еще. Все эти стрелки нужны не мне, а кому-то, кто придет после меня.
Я неудачно ступил на камень, повредил себе голеностопный шарнир. Вероятно, это мой последний указатель. Надеюсь, он будет кому-то полезен. Эта стрелка указывает на выход, не теряя веры, но не возлагая слишком больших надежд на эту работу. Я уже чувствую, что мне вот-вот найдут замену. Эллов можно суперкредиты на мессиях находить. Играю чисто после работы и недостатка не испытываю. Ты просто шпион автоматов. Ну, конечно. Потому что я ругаю твою ебаную игру. Да пошли они, пять игр, что ли? Не жирно ли 4 за игру еще и занесы за шматью? Передай им что-то. Ubisoft Technologies. Но пусть они держатся. Вот и наши не. А то я не вижу, ебать токсик. Больше никаких утверждений бюджета, пока не будет устранен дефект. Не смей прервать мой творческий процесс, Рокфор, я работаю на чистом энтузиазме. Энтузиазм меня не интересует. Мне нужна прибыль. Истинный фанат. Хватит, помоги охране выполнить. Приписи не завладят, да. Ля какая. А, это мужик. Это их начальник. Ля какая стоит. Значит так, клоун. Это Занза, точно. Значит так, клоуны. Мне все равно, что эта дверь никуда не ведет. Ход должен выглядеть безупречно, так что дверь надо стоять немедленно. Сюда приходят важные гости, в том числе Кейл. Что они о нас подумают, если первым делом видят недоделанный вход? Я скажу, что подумаю, что мы чем тут занимаемся и ничего толком сделать не можем. Первое впечатление можно оставить только один раз или два, если получится реализовать мою одну идею. Не подставляйте меня. Ага, или два. Он готовит какой-то стиратель разума или типа того. Столкни постер в лаву. Нихуя себе. И чё? Ничего не изменилось. Я думал, что-то произойдет. Халява. Я думал, не откроется, кстати. Там просто какой-то проход дальше идет справа. Опаньки. Уровень-то побольше становится. А туда как? А если я сюда спрыгну? А, вот оно что, да? Я-то не понял. Спиздить граффити. Интересно, кто же автор? Вы пока подумайте, кто автор, я сейчас, ребята, биопауза.
Уже даже знаю, какая будет паста, блядь, когда я вернусь. Но что она на немецком? Это что-то удивительное. Так. Блять, да сколько ж тут ёбаных дверей? Приступать уже к тестированию, быстро! Магма поступает в лабораторию 44. Отдел разработки и закрыт до окончания тестирования. Блин, а мне ведь туда и надо. Я же сказала, пока идет тестирование, входа нет. А когда оно кончится? Откуда мне знать? Я что, здесь работаю? Ну, как бы да. Тестами я не занимаюсь, я претензию лабораторию номер 44. Нет уж. Есть другой вход. Чем ты занимаешься? Есть другой вход? Прямо с тобой есть вход в отдел разработки. Может, пропустишь меня? А я что получил? Удовлетворение помощи ближнему. Это мне не нужно, так что нет. Тебе, это очень упрямая модель, даже не пытайся ее уговорить. Огромное спасибо. Не за что. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь. Чем ты занимаешься? Ты здесь целыми днями сидишь, а для чего? Приветствую, направляю, улыбаюсь. Чуть не улыбаешься. По тебе не скажешь. Скажешь. Ты даже не поздоровалась. Я обратила на вас внимание. Ждать чего-то больше в наше время довольно наивно, блядь. Ты старый робот? На тебе старая эмблема Вандалей. Ты, наверное, тут давно работаешь? Со времен ДК. ДК? Что это значит? До Кейла. До того, как все изменилось. Тогда мы еще были добросовестными сотрудниками. То есть, таким образом я только намекаю тебе на то, что нынешнее начальство меня не устраивает. Могла бы хоть притвориться, что довольна. Я не признаю поражение и буду продолжать презирать свою работу. Ебать! Сарказм, меня повысили, вот радость-то, сарказм. Мне положено приветствовать гостей, как будто сюда гости часто, это робот пишет, часто заходят. А еще велели впаривать всем, кого вижу, мягкие игрушки в виде данза. Качество такое, что без слез не взглянешь. Будет Роксана с нами, мы бы никогда до такого не опустились. При ней их бы хоть делали качественно, раздавали бы бесплатно. Мой самотерапевтический ИИ все твердит, что надо мыслить позитивно, но я все же понимаю. Нам крышка, одна надежда, что какие-нибудь ненормальные вступят в конфронтацию с начальством, победят. Ну или компанию кто-то купит. Это куда более вероятно. Где игрушка-то моя, блядь? Алло. Видимо, закончились. Angry Ever. Там, кстати, 14-го на ПК и бокс и Switch перевыпускают Star Wars Battlefront 1-2 с кроссплеем, адекватным сервисом, все равно не думал лететь. Слушай, я на самом деле смотрю, я, блядь, кажусь каким-то дедом, блядь, которому нихуя не нравится, типа, ебаный Helldivers, говно, они могут нормальную систему сделать, валюты, донат, ценник, дохуя. Потом говорят, ну, ребят, вот есть мод на Warhammer, точнее, радовался, что лучше. Нет, я просто думал, что я знаменитость. Угу. Ага, все твои фанаты собрались в лаборатории номер 44, иди. Окей. Потом, знаешь, типа, есть ли нормальный мод на Bannerlord? Это на Warhammer вот этот вот, короче, мод. Да, блядь, я не люблю Warhammer! И тот человек говорит, знаешь, Максон, тут перевыпускают 14 Звездные войны, Battlefront. Я не люблю, блядь, Звездные войны! Я никогда не смотрел Звездные войны. Я, блядь, до 25 думал, что Звездные войны — это войны. Не войны типа war, а войны типа вот я воин. Я играю за человека-воина. Звездные войны, блядь. Понимаешь? Мне до пизды. Вот я к чему. У меня они дерутся лазерными мечами, понимаешь? Лазерными, не световыми. Так, кач. Я думаю, на самом деле, затариться предметами. Папа, Эйви, Чак, спасибо за творчество. Здоровья. Ёбаный Helldivers, нихуя не могут сделать. Ценник, пиздец, донат. Блять, я не люблю Warhammer. Я не люблю Звездные войны. Я вообще ничего не люблю. Я не Звездный воин. Мне до пизды все. Ну, буквально это так. Я играю в Total Commander, блять. Отстаньте. Отстаньте! Все прототипы отвечают за одним характеристиком. Скука. Кажется, к нам пришел доброволец.
Давно пора. Добровольца просим скорее пройти в камеру. Что тут происходит? Совершенство барьерных барьеров, теперь они защищают от дождя, ошибочной стрельбы по своим и проточек масла. Обратил внимание, персональных барьеров нет функции выключения. Из-за этого роботы оснащены технологией не могут деактивировать собственные барьеры, что приводит к нелепым ситуациям. Например, робот не может помыть руки, а это не гигиенично. Также возможны проблемы с прохождением в узкие двери. Из-за ошибки в коде барьеры перезагружаются. Впрочем, я не жалуюсь, зато в меня не стреляют, чтобы испытать на прочность. А тут что? Тестирование удара по голове. Блять, ну это так и произошло. Это тестирование удара по голове в очередной раз успешно доказывает, что роботов-мечников можно бить по голове. Это был один из первых запущенных нами тестов, и мне кажется странным, что он до сих пор продолжается. Кажется, ничего нового мы уже не узнаем. Ты часть моего кода, что отвечает за садизм, требует удалить предыдущие примечания. Мне невероятно смешно смотреть, как у них отлетает голова, посетителям тоже нравится, нужно больше данных, продолжаем тестирование. Зачем передо мной ставят невыполнимые задачи? Роботы все равно крепче не станут. Но смотрите, как они взрываются, приятно. Бедные роботы, блядь. Просто вспоминайте этого робота, когда вам кажется, что ваша работа говно. И тут вы скажете: Максон, но это же несуществующий мир и несуществующий робот. 3038, подождите. Фрагмент слова напротив электрического усилителя. Наш это капитан Смолли, а мы не против. Да-да, мне вообще ничего не нравится. Не, ну Hi-Fi Rush мне нравится, кстати. Может, конечно, эффект Мандела, но почему-то помнится, что ты в Battlefront играл уже с чатом. Ну, когда вышел новый, помнишь, там какой-то мега новый вышел? Звездные войны. Я даже не знаю, Battlefront ли это был. Наверное, Battlefront. Потом вышел еще Battlefield на этом же движке. Так что вот в это я играл, да, было. Это не эффект Мандела, а вот в остальное нет. О, вот это испытуем, мистер Данзе говорил, вас проходить. Не волнуйся, страховка будет на после испытаний. Она пиздит, не будет. А вот и игрушки, слышишь? А вот и игрушки. А вот и камера. Распознать не удается. Почему так плохо видно? Если на всех камерах упало до 480. Ничего не разглядеть. Да нормально на 480 видно. Давайте начнем включать охранный лазер. 480 все видно. Зашибись, зависли, что я помогу. Погоди. Есть одна мысль. Давненько не виделись. Пора научиться отражать атаки. Пора. Если запарировать атаку в момент удара, то враг сам получит в нее урон. Сохранять ритм, мне придется убегать. Отлично сказано. Ну попробуем. Давай. Смотри, какой милашка. Не бойся. Прежде чем нападать, он скажет, сколько раз ударит. Дроны предупреждают, прежде чем атаковать. Ты слышишь ритм атаки, видишь подсказку над атакующим дроном. Ready. Потом враг атакует в том же ритме. Понять, когда начнется атака по двум пересекающимся кругам. Как это делается? А на что он нажал? Кнопка-то, блядь, какая? На нолик. Ага, теперь попробуй сам. Неплохо, но этот навык лучше оттащить до совершенства. Ну все, не отвлекаю. Ты что, только что отключился? Может, всех знает. Неважно, смотри. А, он два раза, блядь. Второй раз надо? Слишком мало данных. Но почему не появляется второй раз круг? Похуй. Взорвалось. Так не должно быть. Увы. Это я придумал. Самоуничтожение без обзора. Давай еще. Давай.
Так это так новая эта обрезка была, космические бои вырезали, где можно было на себе мазершипы засаживаться, изнутри их ломать, планета. Ну, может быть, я не говорю нет. Я говорю, что я в общем не в восторге. Три раза сейчас бью. Бля, быстро. Но ведь мой ход был безупречен. Не похоже, испытуем и поздравляю вас. Подарок за участие вас ждет в соседнем кабинете. Здорово. Это ловушка. О, это очередной детектив нуарный. Что ни день, то уборка, и конца этому не видно. Вот она, цена прогресса. Вряд ли кому-то это понравится, уж точно не сотрудникам. Странно, что жалоб не было, но я сам сообщу руководству. Мусопроводы быстро забиваются, надо их расширить. Тут же можно споткнуться, упасть. Подать на нас после этого в суд. Все вокруг залито маслом. Это точно. И на нем очень легко поскользнуться, но я с ним разберусь. Это инспектор, на самом деле. Он все время кажется каким-то детективом, но на самом-то деле... Поломать тут нечего, кроме этих двух прекрасных коробочек. Evil Within проходил? Я играл. Но не проходил. Нет, я ничего. Кто-то хакнул камеры. Но кто? Новый компаньон? Что там происходит? Пиздец. Духота. Тестирование боевого потенциала. Поражаем тестирование меткости, величины наносимого урона. Хотя компания Вандала еще не сделала публичное заявление о том, что наш робот умеет сражаться, мы по-прежнему проводим тесты и смотрим, как у них получается устранить других роботов. Примечание. Настройка системы испытуемого робота-мечника успешно завершена. Теперь его память стирается раз в 5 секунд, обеспечивая искреннюю реакцию, не допуская жалоб на постоянно повторяющиеся тесты. Так, надо поговорить с секретаршей, там, по-моему, дядя, который помощь предлагает. А, здравствуйте, вас послали ко мне оформить страховку. Уже почти все готово, возвращайтесь после второго испытания. Ясно, они душат со страховкой, ждут, что я сдохну. Так. А, приветствую, Алькор. Через сколько в ныряльщиках? Приветствую, мой друг. Меня вызвали в тренировочный зал. Я бы на твоем месте отсюда сваливал. Ерунда, я вижу у вас воле новое умение, которое позволяет отражать атаки. А, ну да, ну да. Навык этот полезный, но не просто в исполнении. You'll be able to knock back attacks and push your rhythm gauge higher while staying on the attack. Короче, помогает заполнять шкалу урона. Сейчас Алексей дочитает. Ты сколько в Helldivers? Ну, я так-то готов. Я просто зашел поебашить пока немного в Hi-Fi Rush. Вот такой вот трюк, понимаешь. Чтобы отразить атаку, ровно в момент, когда враг нужно нанести удар. Это я уже понял. Если вашим еще будет мешать, вы сможете упражнять с ними там. Если не страшно, не получится. Точнее, не страшно, если не получится. Чтобы получить приз, станьте центр. Приз. It's safe here. Угу. Обалдеть, повелся. Наш испытуемый полный идиот. Ну... Бля, что началось-то? Я думал, у тебя план, ты обязательно сестрица, ждем Арсения. Окей. Лазерных дронов делала Корсика, а с моими разработками не справится никто. Из тебя будет хорошая мишень для моих деток. Враги не предупреждают. Отражай за миг, как тебе попадут. Хорошо. А, пиздец, суки. Дефективные образцы, выпустить новые. Бывают атаки из нескольких ударов. В случае отразить нужно их все. Так, две. Безупречный дизайн. Тоже дважды.
Недурно. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Шестеренки, видимо, автоматически собрались. Блять, ну парирование тут, конечно, требует практики. Ничего не скажешь. Да и паттерны я не за... Нас взломали. Хакер где-то открыт дверь. Письмо анонимное, иди через боковой вход. Я готов. Что вообще происходит? Впервые я не знаю. Такая жесткая бас-партия здесь. Дебил. Ну, кнопку со второго раза я победил хотя бы. Так, очередные прекрасные тесты. Мне страховку, кстати, обещали. Я могу больше одной носить? Нет, только одну. Увы. Страховочку, пожалуйста. А вы что, выжили? А вы наши стены? Эти камеры уже давно никто не проходил. Ни слова. Ни слова про страховку. Нет! Там была другая дверь! Ты хорошо бился. В идеальных условиях. Но сейчас тебе не выстоять. Это потребует больших затрат. Может выполнять. А, только отражением? Да блять. Я могу просто драться как обычно. Охранные лазеры. Пиздец, суки. Три. Да ебёшь я. Да ебёшь я. Блять. Все время эти требования. Хватит. Нужно больше врагов. Да убивают, суки, блядь. Не дают дышать. Батя на бодолях выжил. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, блядь. Четыре быстро. Раз, два, три, четыре. Выпускайте громилу Андерсона. Но мы еще не закончили испытание. Это и есть испытание. Это громила Андерсон? Нет, все, если прошли куча времени, лучше отражать атаки. Да блять, а если я нахуй вот так сделаю?
Понял. Спин скваш. Внутренний голос не предупреждал. Сейчас все будет. Их можно только запарировать. Окей. Okay. Отразив все атаки, ты получаешь зону игрока одним ударом. Прислушайся к ритму. Давай черед, нажми нолик. Все получится. Не получилось, видимо. Давай. Со второго раза всегда получается. Вы программисты, кроме данных, ничего не видите, на этом все, идем. Поздравляю! Ты сейчас просто каким-то чудом выжил. Панч. Это тебя зовут Панч? Кто нам помогал с этим хакерством? Как будто можно въебать по... Но нет. Немножко сай-фая навалило. И так в тестеры попадают. Эх, тестеры. Чё ты, брошка? Письмо возвращено отправителю. Адрес тест хелп в Анделей не существует. Я робот, заверивший программу испытаний. Я оказался в каком-то странном месте, совсем один. Судя по всему, здесь давно не ступала нога робота. К тому же дверь в следующую комнату не открывается. Я изучил план этажа и пришел к выводу, что за стеной ничего нет. Куда же мне идти? Буду надеяться, что скоро появится следующий питомец, и мы с ним возможно расположение. Блять, это действительно... А нет, что-то есть. Только я хотел сказать, неужели это ради ёбаного ничего? Но нет. Это не ради ёбаного ничего. Но эта дверь не откроется. Мне говорят, потом приходи к таким дверям, поговорим. Ладно, поговорим потом. Макс, за что вы рейсе журналиста, можно включить возможность играть одной кнопкой, главное было в ритм, и тогда игра сама все сделает, сама будет бить дальше врага, блокировать в бою. Это здорово. У меня чешется нос. Ключи. Чеши, я чашу. Ну, похоже, все. Почухай, ща почухаю. Байтер. Ну вот видишь, кто-то понимает суть, а кто-то нет. Как все? Что значит все? Ты че, бля? Там целый фрагмент датчика жизни, мать твою. О, дверь. Блять, я не хотел в нее заходить. Вот он, наш нахальный испытуемый. Мистер Чай, верно? Да тебя мистер Чай. Так он так и сказал. Я так и сказал. Ну тогда хорошо. Я Дан. Да, в курсе. Данзо, глава Нио. Не сказать, что я твой фанат. Тебя называют дефектным. Но мне твои вороты нравятся. Хочу узнать о них больше. Нет, уж хватит с моими испытаниями. Твои рефлексы я оценил, теперь я хочу проверить выносливость. Так чего же мы ждем?
Да хватит разговоров, за дело. Сас. Какая там кнопка использовать? Батарейку. Я не помню. Новейшее изобретение Z Sheet. Скоро запатентую эту броню, даже тебя не пробей. Даже не поцарапал. Я бесполезно, заметь, не я сказал. Так, броня непробиваемая. Может, отбивать эти хуйни в него надо? Ну, не знаю. Пизда. Так он же непробиваемый, что толку? Че, надо что-то другое придумать. Да. Что ты творишь? Я поговорю с ним. Ну давай. Ну, радовало знакомство. Дружище, мы такие разные, но ведь у нас много общего. Что? Давай лучше... Все, пизда. А, это было глупо. С роботом нельзя договориться, глупышка, блядь. Робот — это холодная машина, идёт, чтобы убить тебя. Ему похуй на все твои уговоры, его задача — убить. Ну шо вы, компаньон? Target acquired. Здорово, мистер новый компаньон. Это вы и есть тот хакер? Ребята, я ищу. О, блин. Оценка А. Испытание лавой. Этап пройден. В прошлом Hi-Fi Rush. Мы забыли просто. Ну вот напоминание, ребят. Тебя-то я ищу. О, блин! Извини, не хотел тебя напугать, дружок. В очках вы кажетесь опаснее, сэр. Вы, юноша, часто терпите неудачи. Боюсь, вам пока рано считать себя толковым лидером. Это мой друг КНДР, робот-психолог. Всегда говорит правду, даже когда это неудобно. Должен признать, это довольно забавно. Чай, ты живой? Макарон, I presume? Вот у нас макарон. Пеппермен! Мята! Наконец-то прекрасно с тобой снова встретиться. Сэр Макарон говорит, что так обаятельнее. Что? Что здесь вообще происходит? Это макарон. Мой осведомитель. Это ты все взламывал? Пусть знает, кто здесь круче всех. Но он же из Вандалей. Да, при Роксане Вандалей я был начальником НИО. Потом пришел Кейл, всех уволил, а теперь еще Спектра.
Тебя, так тебя уволили? Я здесь всю жизнь проработал. Я хотел все исправить, я понял, что смогу. Изнутри. Боюсь, ставить палки в колеса от Занза недостаточно. Ну да, к тому же хакерша у нас уже есть. Я предпочел решить все миром. Но эти роботы пытались меня убить. А? Все очень серьезно, Макарон. Нам нужно действовать. Но я не люблю драться. А груша тебе нахуя? Ну, работа-то нервная, блин. Он все у меня забрал. Ты о нем? Данзо! Нихуя себе. Да, определенно у него проблемы с гневом. Стена была из Z-щита. О нет, значит мне придется драться. Похоже, что так, сэр. Не люблю драться. Чай, пока не ушел, подойди на минутку. А какого года игра? Сейчас, подожди, пока я не ушел, мне просто интересно. 2023? Так, давай, подойду, пока не ушел. Удивительно. Где? А где он, блядь? А, вот он. Слушай, Чай, если честно, я вряд ли смогу помочь. Да ты прикалываешься. Нам мешали щиты, а ты их разбивать умеешь. Это да, но мне понадобится время, чтобы освоиться. Ладно, давай к делу. У меня появились новые микрочипы, и они просто потрясающие. Я смотрю, ты любишь все технические штуки. Да, типа того, это же моя работа. Ага, логично. И вот я подумал, может, я еще... Давай еще наворотов добавим. Мы сделаем чипы помощнее. Мощный чип потратит больше энергии. Каждый уровень требует отдельной ячейки. Но эти уровни можно повышать и понижать, если понадобится. Тимур, ты кастомируй, как что хочешь. Кастомизируй, как тебе нравится. Вау, очень даже прикольно и полезно. У меня сейчас так дел полно, так что улучшениями пока займусь я. Заглядывай, как найдешь материалы. Окей. Чепенен. Предметов, восстанавливающих здоровье. Вот шкала эхо, это тема. Два чипа стоит. Мастер-класс парит. Позволяет чуть быстрее получить высокий ранг за ритм. Для тех, кто хочет видеть все рекорды. Да чтоб сейчас еще писали S. При отражении точно средний небольшой шанс повреждения предмета, восстанавливающего здоровье. Но это не про меня. Этот чип дает больше времени до окончания комбо. Угу, тоже тема. Мощное притяжение при уклонении увеличивает ритм, увеличивает расстояние, на котором притягиваются предметы при уклонении в ритм. Ну, надо брать на самом-то деле... Или это же батарейки. Блять, по сути, все говно. Целебное отражение выглядит даже неплохо на фоне всего этого. Но надо будет придрочиться. Подожди, но чтобы придрочиться, нужно же ее вставить. Ее нужно не только купить. Играл когда-нибудь в Rogue Trooper. Бродилка интересная, нулевые вышла. Слушай, что-то знакомое. Сейчас я посмотрю. Мы как раз я буду выходить, чтобы мы уже собираемся в Helldivers. L2 выбрать. Угу. Ну, у меня, видимо, не очень много, да, вариантов. Так, коротенький сегодня получился. Я хотел, конечно, подольше посидеть. Но, увы. Пойду к ребятам.